Итак, всем привет. Сегодня пятничная утренняя тренировка. Тренировка у нас немного перенеслась на 11 часов утра. Отличная сегодня погода, кстати. Начинается уже лето практически у нас. Итак, сегодня, так я понимаю, будет последняя тренировка, когда я занимаюсь один. Я на это, на самом деле, очень сильно надеюсь, потому что уже чуть-чуть поднадоедает заниматься одному. Хотя раньше все время думал, что заниматься с тренером, только с тренером, это максимально круто. Но нет, все-таки уже хочется применить хоть какие-то навыки, которые у меня уже появились, и, так сказать, отработать их. Даже согласен уже получить, так скажем, лещей на спаррингах, но, тем не менее, хочется уже поработать и в паре. Тогда единственное, я не знаю, что мне делать со шлемом, потому что шлема у меня до сих пор еще нету, и у меня большая дилемма, покупать дорогой шлем или купить дешевый. Правда, я не понимаю, какая большая разница, шлем за 20 евро или, условно, за 100 евро, мимо того, что один будет фирменный, а другой не фирменный, ну и там немного они будут отличаться материалами. Потому что все-таки перчатки, когда выбираешь, есть большая разница в дешевых и в дорогих. Возможно, также со шлемом, я не знаю. Так что, если кто-то в этом хорошо разбирается, подскажите мне тоже. Хорошо, тогда сегодня иду сейчас в зал, будем заниматься. Go back.
Не знаю.